Всем привет! Ну что ж, очередная небольшая коробуська от японской фирмы Tamiya. На этот раз у нас ни техника, ни мотоциклы, ни люди, а самое что ни на есть домашние животные. Да, всем известный, наверное, или многим набор с такой оравой домашних животных, скотиной такой, вот, весьма разнообразный красивый бокс-арт, различные животные, кому что нравится. Вот, значит, здесь у нас животные изображены не в окрашенном виде, а подписан, кто есть кто. Мы-то и так знаем, кто есть кто, да? Небольшая тут инструкция по сборке изображена. И цвета по окраске, я так понимаю. Опять же, со всех сторон изображены те самые животные, которые находятся внутри. Давайте посмотрим, что у нас внутри. Значит, такая вот бумаженция, которая, естественно, нам не нужна. Мы ее выбрасываем. А больше в коробке ничего не осталось. Вот такой пакет. Очень плотный пакетик. Я думаю, мы его тоже сразу же выбросим, если здесь ничего не отвалилось. Да. И видим литники с элементами, значит, различных животных. Ну что у нас здесь есть? Ослик из трех частей собирается. Вернее, я думаю, из четырех. Две половины, уши, ну и хвост. Да? Затем у нас пара половин для сборки хрюнделя. Такая самка свиньи. Да? Также у нас находятся три цыпленка на этом литнике. Три цыпленка. Шесть яиц. Да? Две курицы в таком сидячем положении на сетке. И два, я вот не понимаю, наверное, уже убитых, задушенных кролика почему-то. Сомневаюсь, что это спящие кролики. Хотя на боксарте у них открытые глаза. Да? Но вряд ли кролики таким образом спят. Вот что я думаю. Поэтому почему кролики убиты, я не знаю. Меня это, если честно, очень сильно расстраивает. Вот. Дальше у нас есть две половинки собаки, в данном случае это овчарка. У нас есть, я так понимаю, подставочки для кур или гусей. Скорее всего, для них, так как здесь два петуха есть, да, отдельно к ним можно приклеить, нужно даже лапки. Вот, окрасить петухов можно, как предлагает BoxArt, в разные цвета. H3 здесь целых, да? Вот. Два гуся у нас есть домашних. И целых три поросенка. Ниф-ниф, наф-наф и нуф-нуф. Надо понимать. Вот. Также состоят из двух половинок каждый. Ну и здесь присутствует небольшой вот такой щенок. Судя по всему, крупной собаки, похожей на сен-бернара. Да? Скорее всего, сен-бернара. Вот. Что ж сказать. В принципе, содержимое литников мы изучили. Понятно, что на них находится. Пластик очень приятный, хорошее, приятное литье.
Не смола, конечно, но по скульптуре, по фактуре, по, значит, ажурности деталей. Все очень и очень хорошо. Вот такие мелкие хвостики даже пролиты у поросят здесь. Да. Соски у Хрюши очень хорошо торчат. В принципе, по качеству литья сказать нечего. Ну, Тамия, в принципе, все на уровне, все хорошо. Интересный набор, на самом деле, может пригодиться любителям диорам, где иногда зачастую даже требуется какое-то разнообразие. Очень универсальный набор, можно строить с ним все, что угодно, да, любые темы затрагивать, как военные, так и околовоенные, просто отображать сельскую жизнь, и не только сельскую. Например, собака подойдет у нас и каким-то, значит, вооруженным силам, опять же, мирным диорамам с любой техникой. Вот. Данный набор для того, чтобы разнообразить ваши работы, рекомендовать однозначно нужно. Причем стоимость у него не особенно большая, порядка 350 рублей. Вот. Наборы с животными у нас мало кто делает, разве что вот Бронко, по-моему, если я не ошибаюсь, или Рич. Есть у них тоже пара наборов с домашними животными, сельскими, опять же, такими, но уже по весьма высокой цене, конечно же. Вот. Что ж, такое видео. Спасибо за просмотр. Надеюсь, кому-то оно было полезным. Подписывайтесь на канал. Ну, а дальше уже я сниму видео на набор покрупней и гораздо интересней. Всего доброго. До свидания.